Вы на канале Мисс Николь, и сегодня мы наконец-то в Одессе, и мы снимаем вторую часть романтического свидания. Да, мы в Одессе, потому что мы пригласили Савелия к нам в гости в Одессу. И сейчас я подготовила для вас испытания, а мы сидим и ждем, когда же приедет к нам Савелий из самого Киева. Долгожданная встреча. Прилетели в Одессу, чтобы специально тебя увидеть. Мы уже посмотрели, погуляли. Мы подготовили с Инной для вас, как обычно, интересные задания, интересные испытания. Первое, кстати, что я бы хотела, Савелий, ты просто прочитал мои мысли, ты подарил Никуше букетик цветов, а Инна, наверное, хочет что-нибудь снять. Да. Есть очень классный кадр. Сделаем? Конечно, сделаем. Давай, дальше и подъем. Выше нога, выше. Савелий, выше нога. Выше нога, выше, еще выше. Выше, отлично. Не кучу. Кстати, ты можешь сделать либо вот как ты сейчас сделала, или можешь, прям упасть вот так. Ой-ой-ой, Инна что-то показывает, что Николь должна упасть, типа, как будто бы на... Нет, Николь, как вот так вот, сгибая ножки. Это, чтобы вы поняли, я за кадром делаю это движение, понимаете? Давай, все, начали! Мы находимся на следующей локации. Смотрите, какая у вас полянка. Николь, я тебе скажу по секрету, Савелий у нас очень проголодался, очень хочет скушать. Что? Вот такие вот шарики. Посмотрите на лица ребят. И сейчас, Инна. Делаем для вас маленький пикничок и будем стараться кормить Савелия, но звук это возможно. Николь, знаешь, как будет этот кормежка выглядит? Ты будешь бросать шарики в рот Савелию, а он должен будет их поймать. Нравится такая идея? Это мы сами с сыном придумали, а ты, кстати, лови, ты же голоден, наверное, да, Савелий? Так, расстилаем здесь поляночку, открываем эти шарики. И сейчас будет происходить такое, что Николь должна будет попасть. Но помимо этого, у нас еще должен будет быть очень классный кадр. Инна рассказывает. То, что я дала задание, это одно, но Инна должна сделать очень крутую, красивую фотку, которую вы увидите в инстаграмах у Николь, у Инны, у Савелия, у всех, кого вы видите на этом видео. Поэтому подписывайтесь обязательно и не пропускайте. А сейчас по Инной команде они открывают сладости и начинаем делать кадр. А я со стороны посмотрю, что же это будет. Ой, слушайте, будет что-то интересное, но думаю, что это будет очень-очень экстремально. Я выдам еще одну такую тайну. Инна все время хочет сделать очень экстремальные фоточки. Смотрите, она прячется за деревом, а я все вам выдам. Итак, давай, начинаем. Знаешь, как мне страшно, говорит Николя. Ей реально страшно, потому что она... попасть максимально много Савелию вот этими штучками. Ждем. Давай, Савелий, открываю. О! Ну все, закончили, пошлите на новое испытание. Николь, Савелий, вы пришли на новую локацию, очень красивую. Савелий, тебе вообще Одесса как, нравится? Очень нравится. Николь, а тебе? Да? Ну, я рада тогда, что вам нравится. И мне нравится. А еще больше мне нравится, как вы снимаете ролики в лайк. Савелий, в прошлый раз у нас очень долго получалось делать ролики в лайк. Я надеюсь, ты уже подучился. И сейчас ваше задание снять креативный, прикольный ролик в лайк на любом
телефоне, здесь, в красивой локации, какой вы хотите. А у вас еще есть тапки, поэтому можете снять ролик именно с тапками одинаковыми. Начинаем репетицию нашего лайки. Нам помогает Никита, он будет держать телефон, а Николь и Савелий будет делать ролик. Не знаю, какой получится, сейчас вы, естественно, все увидите. Ну что, Николь, ты выпустила ролик? Да. А мы его смотрим. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки, мы купим себе шмотки, мы купим себе лайки. Ребята, ну вы же в курсе, что помимо моего задания, с которым вы классно справились, есть еще задание от Инны. Пойдемте, будем слушать, какие фотки вы будете сейчас делать. Фоточка делается. И женщина вот хочет уйти, а мы не даем собираться, потому что мы делаем красивую фотку. Ребята, мы находимся на следующей локации. И, наверное, вы уже догадались, почему мы здесь. Это ведь свидание, и я, не изменяя своим традициям, хочу, Савелий, чтобы свидание было максимально романтическим. Поэтому я предлагаю вам покататься на лошадях. Вы согласны? Согласны? Савелий, ну ты боишься лошадей? Ну, чуток, да? А, Николь, а ты? Нет? Ну тогда давайте запомним ваше свидание второе. Именно вот такими шикарными, красивыми лошадками. Посмотрите, какие они красивые. Сейчас мы покатаемся. Вау, так красиво здесь, Савелий. Боже, как классно! Как классно, какие прикольные, Николь и Савелий, какие же они прикольные, такие же, как и лошадки. Сейчас набираем людей на фото, на массовку, потому что у нас должна получиться последняя фото. Ребята, я вам даю последнее задание. Это будет последняя ваша фотка. И ваша фотка должна будет быть романтической, максимально романтической. Сейчас Инна вам объяснит, что сейчас будет происходить. Так, поближе становитесь сюда, вот, ребята. Так, смотри, то есть, Никуш, помнишь, ты делала прогиб, уходила, да? Тогда вот на мостик. Надо вот, да, надо, нет, на первом свидании ты, Савелий тебя держал, помнишь? А. Да, только сейчас это надо сделать красиво, с волосами, вот прям делать максимально. Так, мы сейчас кое-что будем задавать Николь. Николь еще не знает, Савелий не знает, знает только Женька, я. Ну, в общем, смотрите, что сейчас будет происходить. Итак, ребята, помимо фотографии, вам надо играть в игру. С нами сыграть в игру, Савелий. Игра называется «Кто не моргнет?». А мы сейчас на это все посмотрим. Ребята, ваше свидание подошло к концу. Вам понравилось оно? Испытание понравилось? Да, а это мы подумаем, да? Ну что, ребята, я хочу сказать, что те, кто хотят видеть еще одну часть, они должны набрать сколько тысяч лайков? Давайте 150. Нет, 100 тысяч лайков, окей. Если вдруг наберем 100 тысяч лайков, обязательно ставьте лайки, и будет третья часть свидания. Увидимся скоро!